Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире канал Klagemauer TV. Кто пользуется поисковой системой Google, тот, хотя и ничего за это не платит, передает несметное количество данных о себе. Эти данные старательно собираются и вносятся в каталог, когда вы вводите данные для поиска или щелкаете по рекламе. Таким образом, тот, кто собирает данные, с помощью нажатия одной кнопки знает, кто, когда, где, как часто и какие порно просматривает и так далее. Различные программы, хотя и помогают невиновному пользователю Google через третьи лица осложнить собирание данных. Но недавно стало известно, что Google, а также другие интернет-компании в два счета обошли блокирование этих программ. Кто обходит программы, обходит в два счета вас и меня. Смиряемся ли мы пассивно с этим? Или все же, наконец, остановимся при следующем поиске в интернете, чтобы сначала включить голову, а потом щелкнуть. Мы желаем вам хорошего вечера и всего доброго.